уже отлив случился, но волны большие, ветер сильный. И народ купается. Главное в воду вовремя погрузиться, а там уже в воде тепло. На воздухе холодно, конечно. Это у нас Шарк-Бэй. Здесь относительно тепло, это Южный Синай. А вот там вот на севере, говорят, вообще сносит. Там все время ходят в кофтах и куртках. Там север вдалеке. Ну, здесь вот базилика, ресторан. И можно на завтрак прийти, на обед. Пиццу полопать. Цезарь без помидорчиков. Ну, а здесь мы играем в волейбол. Два раза в день, в 11 и в 4. Девчонкам нравится на песочке. А наверху, значит, этот платный ресторан морской кухни Филуча. Там хорошая смотровая площадка вот за стеклом. Есть кухнички, зона отдыха. Зрение. Вот такая вот красивая Бугенвиллия.